Друзья, в связи с тем, что YouTube могут заблокировать в нашей стране, просим вас подписаться на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы вы могли и далее смотреть наши видео. Ссылка в описании. Эта бедная страна располагается в самом сердце Азии. Затянувшийся конфликт между различными радикальными группировками делает ее одной из самых опасных в мире, если не самой опасной. И очень жаль, ведь красоты здесь поистине удивительные. В первую очередь, как уже было сказано, хочется отметить древнейшую историю этого места. Если верить ученым, то сельские общины на территории Афганистана были одними из первых в мире. Мы бы вполне могли себе лицезреть какие-то доказательства этого факта в виде тех же памятников или сооружений. Но, к сожалению, это место ни при каких условиях нельзя назвать спокойным, из-за чего всевозможные памятные постройки были разрушены. Те же две известные статуи Будды в провинции Бамиан были уничтожены главным движением страны, а ведь их рассматривали как идолопоклонические и языческие. Столицей Афганистана является Кабул. И как ни странно, этот город по праву считается одним из самых опасных на всей земле. И это отнюдь не из-за большого количества грабежей или нападений со стороны хулиганов. Здесь все упирается во все то же запрещенное движение, вставшее за штурвалом государства. Сегодня афганцы фактически не в состоянии обеспечить безопасность в стране, в том числе в их столице. И это несмотря на то, что они регулярно репортуют, что после вывода войск западной коалиции в стране воцарился мир и спокойствие. На деле это совершенно не так, поскольку в регионе усилилась и террористическая активность. То, что народ не контролирует ситуацию, показывают последние теракты в Кабуле. Да и вообще, даже если представить, что там не было бы постоянных сражений на своей же территории, это место все равно считалось бы, ну, крайне странным. Как минимум из-за того, что народным спортом Афгана считается бузгаши. Это, если вы не знали, игра, в которой участники борются за то, чтобы схватить обезглавленную тушу козла и удерживать ее как можно дольше. И это не простая пьяная развлекаловка, нет, а древняя и интересная игра. Первыми в нее играли кочевые иранцы, но делали это не только для развлечения, а и для того, чтобы подготовить будущих воинов. Молодежь оттачивала навыки борьбы на конях и управление ими в экстремальных боевых условиях. Кстати, о конях. Они здесь тоже необычные. Люди годами готовят свою лошадку перед тем, как вступить на ней в схватку за главный приз, коим здесь обычно являются деньги, тюрбаны и одежда. Но не стоит думать, что это национальная игра – пик их странности. Вы вот знали, что здесь до сих пор используют голубей для отправки писем? И да, пусть письма не простые, а содержащие запрещенные вещества, но все же. Как выяснилось, наркодельцы скупают голубей в пакистанских городах и привозят их на свои фермы в северо-западную пограничную провинцию страны. Когда же птицы адаптируются, их передают афганским беженцам, возвращающимся ежедневно на родину из Пакистана. Те за небольшую плату перевозят клетки с голубями через границу. В Афганистане голубей забирают местные торговцы героином. Затем к лапке птицы привязывают легкую металлическую трубочку, в которой содержится приблизительно 10 граммов наркотика, и выпускают ее на волю. Птица перелетает через границу и приземляется в своей голубятне. По данным агентства САНА, владелец 6-8 голубей таким образом может получить до 2 килограммов героина в месяц. На черных рынках Европы такое количество наркотика будет стоить около 300 тысяч долларов. Да-да. Не мудрено, что Афганистан – крупнейший производитель опиатов на планете. Согласно статистике ООН, около 90% наркотиков, попадающих в Европу, переправляются именно через афганскую границу. Но и это еще не все.
В Афганистане есть еще одна причуда – большие семьи, живущие под указкой старейшин. Однако не спешите с выводами о том, что здесь мужчины и женщины имеют одинаковые права, как в условиях семьи, так и за ее пределами. Все совершенно наоборот. Женщины здесь не имеют личной свободы и полностью подчиняются воле мужчин. Одной из местных особенностей является запрет на алкоголь, однако здесь очень развито пристрастие к курению. Если хозяин предложит вам сигарету, это означает, что вам оказано доверие, то самое, которого маловато в отношении женщин. Более того, они здесь что-то типа расходного материала. В тех же провинциях после развода женщину вполне себе могут выставить за дверь, оставив без единой копейки в кармане. Этот обычай и большинство других появились в стране после прихода к власти их главного радикального движения. После этого события США окончательно вывели свои войска из страны. А в Афганистане начался хаос и умножение человеческих страхов примерно на миллион. С тех пор людям практически нереально покинуть страну. Они голодают и с каждым годом только лишаются новых прав. Боевики активно патрулируют улицы афганских городов, проверяют машины и документы прохожих. Местные стараются выглядеть как сторонники их движения и не особо выделяться одеждой, чтобы оставаться незамеченными и быть в относительной безопасности. Также в Кабуле были жестоко подавлены мирные акции протеста. Например, на акции против ограничения прав женщин в начале сентября от рук боевиков жестоко пострадали 10 человек. На многих акциях участники движения избивали протестующих и стреляли для разгона толпы. Были погибшие и раненые. Единственный аспект жизни обычных мирных граждан, который точно нельзя изменить или убрать, так это их вкуснейшая кухня. Кухня Афганистана – одна из самых древних на планете. Она сложилась под влиянием кулинарных традиций соседних стран. Во многих блюдах используют рис, баранину, говядину, птицу. Самым известным блюдом является местный вид шашлыка – шиш-кебаб, который любят не только в стране, но и далеко за ее пределами. Национальные десерты фирни из молока и фисташек, десятки видов халвы, пироги из тыквенного пюре со всевозможными начинками – праздник для гурмана. Все блюда подаются с лепешками наан, без которых не обходится ни один прием пищи. Самым распространенным напитком является крепкий чай, который здесь пьют в больших количествах. Вместо алкоголя употребляют напиток наподобие кумыса. Хотя нет, погодите-ка. Наверное, я поторопился с выводами. Здесь остались неизменными кухня и... одинокая свинья? Да-да, вам не послышалось. Именно, одинокая свинья. Дело в том, что в стране долгое время была лишь одна свинка, которую прозвали Канзир. Она была единственным представителем своего рода, и никто не собирался ей помогать. Вот уже 16 лет Канзир проводит дни напролет в своем отдельном блоке с газоном, небольшим прудиком и сделанным из бетона логовом. Единственная на весь Афганистан свинья раньше пользовалась у посетителей не меньшей популярностью, чем редкий бенгальский тигр. Конечно, свинью в зоопарке завели не сами афганцы, для которых это животное считается нечистым. Его подарили зоопарку китайцы. И уж неизвестно, хотели ли представители КНР таким образом подшутить, но в Кабуле решили подарок принять. Что ж, на этом наше путешествие подходит к концу. Надеюсь, этот ролик помог вам лучше узнать о такой жестокой, необычной, но и в то же время интересной стране, как Афганистан. Ну а куда мы отправимся дальше? Пишите свои предложения в комментариях. Также не забывайте порадовать меня своим лайком и подпиской на канал. Ну а с вами был несменный ведущий профессор Гуглов. Желаю всем хорошего настроения, а также никогда не оказаться на месте этой одинокой свинки.